Салам алейкум. Тут, значит, НАТО сказали, что российские юмористы якобы со своими искрометными шутками, блистательными пародиями являются угрозой для НАТО. Я официально заявляю, это полная провокация, и я это дело так не оставлю, я дойду до самого главного. Не нужно никуда идти, я тоже считаю, что это полный бред, и обещаю, что я сам дойду до самого главного. Господа юмористы, успокойтесь, я сам пришел, потому что я здесь сам дойду до главного. Можешь в камере разогнать номер, когда Путин разговаривает с Трампом по телефону? Вот первый вот, давай, прикольно. Угу. Вашингтон на связи. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Алло, кто это? Какой дурак? Не признал. Богатым останешься. Да, останешься, не переживай. А почему я разговариваю по этому телефону? Дайте мне другой телефон. А, да, извините. Мне же президент сменится. А, ну да. Вот это правильный телефон. Что? Санкции? Какие санкции? А, санкции. Я не переживаю. Я слышал, что Обама их продлил. Но его-то не продлили. У вас вторая линия? Алло. Владимир Владимирович, ну что там? Что говорит он? Ход, что? Ваш звонок очень важен для вас. Go down, Moses, let my people go. Пу-пу-пиду, па-па-па-па. Это сосед звонит. Да. Это, ты снимал, что ли? Да. Только никуда не выкладывай.